В Омске следователи завели дело на полицейских. В отношении пока неустановленных сотрудников уголовного розыска управления МВД по Омской области еще утром было возбуждено уголовное дело. В управлении уже проведена выемка документов, как сообщает Интерфакс. Дело, по которому ведутся обыски, связано с хищением чужого имущества с причинением значительного ущерба. Подробности происходящего в интересах следствия не разглашаются, сообщили в пресс-службе следственного управления.